Шукшинский кинофестиваль «Цветение моральника. Алтайская зимовка». Если вы там не бывали, оказаться в центре событий можете одним касанием панели. Конечно, виртуально. Впервые в рамках интурмаркета представлена интерактивная доска, которая в считанные секунды переносит к заповедным местам Алтая и рассказывает о самых интересных событиях. Для более удобного представления информации мы разместили их в событийном календаре, разделив на времена года. Вот, к примеру, зайдя в лето, июнь, мы можем ознакомиться с таким мероприятием, как АТР «Алтай.Роста». Тур по исторической части Барнаула привезла в столицу России барнаульская десятиклассница. Надел виртуальные очки, и ты уже не в Москве, а гуляешь по краевой столице конца 19 века. От здания Касперского до сереброплавильного завода. Мы решили, давайте сделаем архитектурный проект. И где же может быть самое красивое место? Мы выбрали Демидовскую площадь, потому что здесь очень много важных исторических объектов. Мы реконструировали сереброплавильный завод, усадьбу купцов Шедриных. Заглянуть в прошлое нашего региона в столице страны можно до конца дня. Сегодня последний день работы международной выставки. А уже завтра алтайская делегация вернется домой, подведет итоги масштабной встречи и начнет размышлять над тем, чем удивить гостей выставки уже в следующем году. Валентина Аскерова, наши новости.